Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня я продолжаю проходить Героев Меча и Магии 5. Я продолжаю проходить кампанию за Некрополис, и у меня четвертое задание. Задание называется... четвертая миссия, которая называется «Убийство правителя». Тут все просто, надо найти Сайруса и победить его. Но ему должны выжить. А сами мы находимся в неком таком подземелье, в котором почти все дороги перекрыты вот такими вот разноцветными стражами границ. А бегаем, ищем ключи, пытаемся не терять нашу армию, пытаемся, точнее, не терять, а приумножать попутно. И исследуем подземелье. Карта вроде бы небольшая, но здесь только развилок. Только ходов. Да ладно. Кристалл откровения плюс один к знанию. Еще плюс ман у нас будет больше. Блин, я считаю то, что Маркел сейчас и так на самом деле имба. У него очень крутая ветка. Ну, развитие. За исключением, наверное, лидерства. И очень крутые таланты. То есть он искусный чародей, он искусно владеет магией тьмы. У него есть высшее образование, и он еще чертовски удачливый сукин сын. И во всей этой комбинации, блин, он становится просто каким-то непобедимым. Ну плюс он еще некромант, который пополняет свою армию постоянно. Следующая кампания будет скучновато, наверное, играть, потому что привыкаешь к некроманту и прям некромант крутой. Личей, кстати, можно воскресить в большом-большом количестве. Давай опыты. Деньги есть, 22 тысячи. Куда их тратить, я не понимаю, в принципе. Плюс у нас целая куча ресурсов, которые... А также девать пока некуда. Ага, вот это вот плохо. Давай ручками. Многовато. Большовато потери. С такими потерями я согласиться не могу. Особенно учитывая, какая у нас уже армия. А, ну блин, и он еще один, да? Серьезно? Мы же можем его подчинить в конце-то концов. Хотя, мне кажется, он до нас даже толком не дойдет, да? А, окей, давай попробуем фантомов сделать. А призраков решил нарваться. Ну, это зря, кстати говоря. Отпора не будет, да? Окей. Слушай, я могу тебя подчинить? Могу. Ну и все, это, я считаю, без потерь. Не перестану, на самом деле, говорить то, что подчинение — это настоящая имба. Типа... Прям очень-очень крутая вещь. Блин, сбор войск — фигня полная. Герой должен находиться в городе, типа, в последний день недели, чтобы... в городе было больше существ. Но это прям нереально. И... Всегда где-то в дороге. Давайте поэтому возьмем духовную связь. Связывает души некроманту и существа до конца сражения. Если связанное существо получает урон, а некромант, короче, получает ману. Зеленые врата. Зеленый ключ, точнее, здесь, да? 28 уровень мы тем самым. По-моему, 30 уровень максимальный в игре. К следующему зданию, возможно, мы будем максимальным уровнем. Архиличи. Слушай, у меня было место в армии? У меня было место в армии. А кого потерял? Слушайте, а у меня умертвие куда-то делись, да? Ладно, окей. Можно войти в портал. Он нас, точнее всего, телепортнет как раз-таки к
зеленым вратам. Но я не знаю, где они, поэтому давайте-ка поисследуем еще карту. Сходим вот сюда. Или погоди, или отсюда мы пришли. Куда-то, короче, тут еще мог сходить, куда не ходил. Вопрос, куда? Вот сюда, наверное. Да. Неделя стихии воды. Элементали будут водяные появляться. А неделя стихии воды. Урон от заклинаний стихии воды во время сражения увеличивается на 50%. Количество призываемых водных элементалей увеличивается на 50%. Тоже, кстати говоря, неплохо. Ладно. 17 скелетов. И уже большие потери. Фактория. Продавать ресурсы. А зачем? А куда? Там мне их потом тратить? Меня интересует. Архидьяволы. Страшно, ребята. Но даже бот против них отыграл без потери. С удовольствием бы воскресил всадников, вестников, точнее, смерти, но у меня нету места. Нету места в армии. Ор. Кандалы неизбежности не позволяют вам и вашему противнику покинуть поле боя. Об этом артефакте я говорил, когда проходил прошлое здание. Я там все время маги убегали. Хотел в лавке артефактов наролить именно этот артефакт. Но, к сожалению, так и не получилось. Здесь, в принципе, нет героев, которые, типа, от меня убегают, поэтому, чем его сюда положили, вопрос. Храняется стражи без потерь. А дракона можно забрать. Окей, неплохо. Так, ну и все, тогда выдвигаемся к порталу назад. Да, к этому порталу. Он нас приведет к зеленым вратам, по идее. Неделя мертвого штиля. Там популярная неделя. А неделя, на которой ничего не происходит. Все как обычно. Так, а где, собственно, зеленый проход? Вот он. Интересно, что за армия у Сайруса? Потому что у нас прям армия вау-вау. Сильная, большая и... Даже не знаю, кто может ему противостоять. Плюс сам герой у нас очень сильный. 28 уровень, много маны, много колдовства. Там все, что надо. Потерь. Тамбей я поднимать не буду. Рыцари смерти. Отказываем и преследуем. Ой, да ну, архиличей потерял. Не пойдет. Убиваю их исключительно ради опыта. Мне нужен опыт. Бля, они так классно, кстати говоря, встали. Все там вместе под какое-нибудь ауешное заклинание. Слушай, ну сейчас, наверное, что-нибудь такое применим. Слушай, еще лучше замедление. Вот, кольцо холода. А, ну кольцо холода только двух за день, к сожалению. Ну, давай, давай. Ага.
Можно добить вот этих ребят сразу же. И драконом от вас. Ну, без потерь. Естественно, это все. Воскресить их еще раз не можем. А, храм магического касания. Заклинание 3-го уровня. Заклинание уже изучено. Немощность. Да, есть у нас такое. Говоря, давно не сохранился. Давайте-ка сделаю сейф. На всякий. Мало ли что тут пойдет не так. А, и схожу куда-нибудь вот сюда. По идее, здесь не так много, кстати говоря, развилок. Типа, ты в любом случае идешь в одном направлении в каком-то. Титаны, но их мало. 147 против 12. Давай попробуем ручками. А, интересный вопрос. Можно ли их подчинить? Ага, промазал. Неплохо. Блин, их нельзя подчинить. Плохо дело. А как раз таки хотел подчинить, и чтобы вот этот второй не атаковал. Из шести. Можно зато ослепить. С другой стороны, это опять-таки не решение. Может, немощность? Их нападение. Давай немощность. Он меньше убил. Да ты можешь не мучить на самом деле моих личей, потому что я их подниму. Так, добиваем вот этих ребят. Бань, тут уже не маячили. Вампирам они отпор не дают. Вампирам даже повезло, ну и 1000 скелетов их сейчас просто зазеркрашит. Вестники смерти. Хотел бы их поднять, но места нет в армии. Тот случай, когда как раз таки я хотел бы, чтобы у меня был второй герой, который бегал бы за Маркелом, и у него была бы часть армии. Ой, да ну, слушай. Бот в этой миссии прям максимально не круто играет. Не знаю почему, но он прям не использует крутые заклинания, и постоянно из-за этого у нас потери. У нас же есть подчинение. Подчинение имба-имбой. Почему ты его не юзаешь? А тут будет прям удар в спину, такой подлый, мерзкий. А, давай фантомов наделаем. Из лучников. Это, конечно, сильно юнит, но все-таки помучим его с помощью вампиров.
отпора будет, да? Ладно. Слушай, а сколько чума будут убивать? Одного. Маловато. А, девятерых убьет, и точнее всего того мы потеряем, да, таким макаром. Давай сим. Странно, что вампиры, кстати говоря, не ответили, но да ладно, должны были отвечать, кстати говоря, на такие атаки. Ну и все, остались вот эти вот ребята под подчинением. Подведем их куда-нибудь сюда поближе. И будем их просто маслять. Надо кого-то воскресить? Не, никого не надо воскрешать. Блин, как же долго приходится их мучить. Просто жесть. Они живучие, у них по 140 хп у каждого. Этого довольно много. Двадцать тысяч опыта. 70 вестников смерти могли бы тут воскресить. Но на самом деле нет, нам бы не хватило темной энергии, чтобы... Вестники смерти достаточно дорогие. Слушай, а сколько тебе вообще до уровня надо? Вот опыт... А, ему дофигища надо до уровня. Он у нас не скоро будет. Желтый ключ получаем. И, собственно, телепорт, наверное, который нас отправит к желтой заставе. К желтому стражу. Но это уже будет на следующей неделе. 5 недель мертвого штиля. Как они любят неделю мертвого штиля. Так, тут башни с привидениями, не с призраками. А, здесь костяные погосты. Кстати говоря, их надо посетить. Забрать оттуда скелетов. У меня по мане мана полная. Да, 160 штук накопилось. Это прям вау. Рэп больше никуда не пойдет. Окей, окей. По-моему, мы все, кстати говоря, двери открыли. А, я не могу, я забыл. И точнее всего, скоро будет конец задания. Вероятность то, что прям скоро-скоро мы встретим Сайруса. Поэтому давайте сохранимся. Откуда идти стоит? Наверное, сюда. Там какие-то юниты есть, которые к нам могут присоединиться. Блин, их тут вообще мало. Как я поражаюсь очень часто, как они теряют, как бот теряет войска. Он типа посылает всех в бой сразу же или как? Ну, по идее, не должен, потому что, например, когда против тебя играет такой противник, он так не действует. Так, давай-ка чуму наложу на вас, чтобы вы там страдали, умирали потихоньку. Кошечки, да? Стоит, наверное, стоит. Не должно убить. 91 урон.
Можно попробовать их добить. Так, и тут применить какое-нибудь заклинание. Нет, подчинение не будем пока издать. Я уверен, я надоел вам с этим подчинением. Давайте вот кольцо холода для разнообразия. Тоже хорошее заклинание, много дамажит. Ну и все, 7 скелетов, по-моему, потеряли. А то вообще понты. Угу. А, это фактория. Черные драконы. Очень низкая угроза. Хотят присоединиться. Я могу вас присоединить? Я не могу вас присоединить, ребята. В этом вся печаль, беда. Мне кажется, 20 драконов обычных лучше, чем 6 черных. Ты лучник, тебя не страшно. А может, я обычных драконов могу докупить вот здесь вот. Прям стандартно по 3 лучника, да? Как? Ладно, я не буду больше спрашивать, как бот теряет войска, просто переигрываем и все. Хотя вампиров можно здесь ставить, он типа будет. Блин, к тому же те самые ребята, которых можно подчинить, да? Один отряд. Ну и все, занимаемся любимым делом, просто их масляем. 14 маны ради боя без потерь, мне кажется, это вообще не траты. Угу. Опыта, кстати, много дали. 10 тысяч. Дьяволы. Неделя мертвого штиля. Опять все плохо, да? Это бронированные, кстати говоря, твари. У них много брони, насколько я помню. Да, у них 25 защиты. Там 6 проведений потеряем. Это вообще фигня. Угу. Магический свиток с заклинанием уклонения. Позволяет сотворить заклинание уклонения. Убираем опыт.
Послание фантома. Само собой, у нас это уже изучено. Тут все как обычно. Их 14, но их можно будет подчинить. Половину из них. Может быть и нельзя? Это же титаны, да? А нет, это другие титаны. Так, давайте-ка вот этих маслять, которые к нам уже идут. Наложим на них чуму. Так, можно вас подчинить? Самый главный вопрос. Нет, вас нельзя подчинить, к сожалению. Поэтому делаем фантомов. Лучников. Будем их маслять. Как у вас защита? Защита у вас просто да хренища. 27 единиц. Разрушающий луч, кстати, может на них накинуть. Так, не сидим пока. Идем, пока подойдут. Слушай, а ты чё так прям... Он как-то слишком сильно подошел, не? Так, вампиров само собой поднимаем. Но они в любом случае пойдут в атаку. Давай, окей. Там This is Sparta, знаешь? Только пропасть не хватает. Ты куда-то пошел? К речам, да? Нет, к призракам. Плохая идея для тебя. Бля, ты не можешь сейчас атаковать, да, из-за того, что здесь стоит вот этот паренек. Давайте понадеемся, что он еще раз промажет по призракам. Точнее, в этот раз этот паренек. Это он попал. И продолжают бить вампиров. Что же они тебе сделали? Лучше гораздо. 88 скелетов и 25 призраков. Вот и были потери, по-моему, явно больше. Еще получаем знания. Так, мне кажется, за этим порталом будет как раз-таки маг. Тот, за которым мы охотимся. Самый сильный игрок, да? Да, нам тут стоит восстановить как раз-таки ману. И Сайрус, похоже, нас прям ждет. Вот в подземный мир. Приносит героев в подземный мир. Еще накидал титанов. Ну, ладно. Такими потерями мы согласны. А вот и Сайрус. Средняя угроза. О-о-о. Ну, давайте пробовать. Победа. Будем переигрывать. Смотреть, что он умеет. Или нас так все устраивает. Давайте попробуем. Все-таки, типа, это, как, не знаю, какой-то финальный такой босс. Последняя битва. Кажется, она должна быть отыграна вручную. Я сыграю наверняка здесь хуже, чем бот. В таких сражениях, там, где есть другой игрок, бот обычно отыгрывает весьма неплохо.
мучает опять моих вампиров почему-то. Так, драконов отправим в бой, прежде всего. Где тут можно больше всего дамаж? Наверное, вот сюда. Маги там неприятные очень. Оригинальные модельки, к сожалению, Сайрус обделили. О, гаргульки. Ненавижу гаргули, кстати говоря. Просто терпеть не могу. Так. Здесь мне понадобится чума общая, наверное. Наложим на вас на всех. Угу. Кошечки пошли в атаку. Мы тоже, на самом деле, всех пошлем в атаку. Нет, чему так просто не излечиться, господа? А теперь сделаем фантома. Вот, точнее всего, сейчас убьют. Но один раз залп сделать он успеет. А, не успеет. Придется ручками бить, да? Так, ну тут у драконов на самом деле не богатый выбор. Бьем тех, кто рядом. Отпор. Нет, не будет отпора. Вот хили. А, они не могут хилиться за счет гаргулек. Ясно, понятно. Плохая цель. Все-таки решил избавиться от фантомов. Надоели они ему. Блин, гаргульки, это если что, юниты первого уровня. Но, блин, какие же они просто имбовые. Как же они много вносят урона. Они невосприимчивы к магии. От них не могут хилиться вампиры, просто. А для некроманта это максимально неприятный юнит. Так, давайте воскрешать, начинать на самом деле наших ребят. Поднимем из мертвых, например. А давай 17 вампиров. Высших вампиров. Поправочка там. Взаимное везение, что у тех, что у других. Сначала, наверное, вот сюда. Титаны. Титанов следующий ход. Они, естественно, атакуют опять моих вампиров. Как они не любят все-таки этих вампиров, просто жесть. Но я еще раз их воскрешу. У них, конечно, ХП каждый раз уменьшается, но да ладно. Гаргульки сыпятся потихоньку. Можно убить всех вот этих вот ребят, кстати говоря.
если прицелиться. Ага, готовы. Все, у него остались горгульки да титаны. Титаны, конечно, сильные, но мы их сейчас быстренько разберем. А горгульк у него немного осталось. А, нет, не фантом. Давай поднимем из мертвых немного костяных драконов. Ну и все, это победа. Вроде бы меньше потерь, чем было у бота. Можем воскресить кучу войск. Ну ладно, это мне кажется, на этом стане закончится просто. Здесь тупик. А, и вряд ли нас сейчас прикинут на поверхность, скажут, типа, давай строй город и иди завоевывай всю карту. Алат Сар-Иссы. Победа, ваше величество! Сайрус не хотел отдавать ни кольца, ни жизни, но я отнял у него и то, и другое. Готовьте войска, мы отправляемся в зал героев. Отлично. Слава бессмертному Грифону! Осмелюсь заметить, ваше величество, что приказы должны отдавать вы, а не Марко. Мы союзники, Годрик. Не беспокойся. Боюсь, моя королева, у нас есть все основания для беспокойства. Что за халат, кстати говоря? А, добавляют плюс 6 к колдовству героя. А, ну да, и на этом миссия заканчивается. Время игры 3 месяца, 4 недели и 3 дня. А ресурсов насобирали целую кучу, кстати говоря. Хорошо, что я золото не подбирал. Золото абсолютно бесполезно здесь. Ничего не дает. А, ничего на него толком не купить. Но драконов можно покупать иногда, да, драконов. Когда ты приходишь на погост драконов, их можно купить. Но это все, что я видел. 39 битв было, убили одного героя, существ у нас 2680, а набрано 2288. Короче, а потери не написано, сколько мы потеряли, не написано. Существ врага 975, собрано артефактов 6, все артефактов 6. А что ж, на этом все. По крайней мере, сегодня. А в следующий раз мы будем проходить пятую миссию. Пятая миссия — это последняя миссия в компании за Некрополис, но я думаю, что она будет весьма объемная. А в любом случае, я надеюсь, что вам понравилась эта серия, я надеюсь, что вам нравится это прохождение. С вами, как обычно, был Кейн. Всем удачи и пока!